такой вот легкий шумок, а потом всякие аплодисменты и крики. Это, в общем, если вам понравится, как мы играем. Дню рождения Андрея, 17 августа, мы организовали такой концерт для почитателей его музыки, для того, чтобы почтить его память и послушать хорошую музыку его друзей, которые приехали с города Москвы, приехали с Казани, приехали со Шкарлы, абсолютно безвозмездно, чтобы сыграть музыку, чтобы вместе с нами вспомнить Андрея. И удивительно, собрался полный зал, мини-баранка, как мы ее назвали, она удалась. Я счастлива, что наконец-то меня пригласили. Последние 5 лет мы здесь не были. И мы ждали фестиваля, но фестиваль опять не состоялся. Ну что делать? Поэтому сейчас, в данный момент, я счастлива, что друзья приехали, музыканты приехали, играли Андрюшину музыку. Папа здесь и Андрюшин. Так что мы счастливы, что вы, ребята, помните Андрюшу, музыку помните. И я хочу, чтобы в школах у вас в школах дети играли, учили эту музыку. Желаю просто всем детям города Волжска познакомиться поближе с музыкой Андрюши, потому что Андрюша – это мировая звезда. Присутствуем мы в городе Волжск, где я не была уже достаточно много лет, и сейчас такие воспоминания нахлынули у фестиваля «Мама Кабы» сначала, потом «Баранка». Естественно, вот я сегодня вышла на сцену, пела первую песню, я открывала концерт, и были моменты, когда вот я понимала, что я сейчас заплачу, потому что, во-первых, это ностальгия по фестивалю, во-вторых, это память о друге, с которым мы много лет очень дружили и много и плодотворно сотрудничали, поэтому я очень рада, что приехала в Волжск. Ну, это здорово, на самом деле, что фестиваль возрождается. Все, что связано с этим фестивалем «Баранка», это праздник, такая квинтэссенция, это праздник музыки прежде всего. Мы с Юрием Сваленцевым, дуэт на двоих, исполняем как раз музыку из репертуара Андрея Баранова. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей услышали эту прекрасную музыку, потому что она вся аранжирована гением в музыкальном мире. Потому что Андрей Владимирович Баранов, я его приравниваю к числу действительно гениев. Творчество Андрея Баранова очень широко. О нем можно говорить бесконечно долго, потому что музыка его играет и в художественных фильмах, и на российских каналах. Его музыка играет в различных спектаклях. Его музыка знакома всем любителям профессиональной гитарной музыки. Я
самого первого фестиваля. То есть каждый год это были с палатками в Илске на природу. Ну, ощущение потрясающее. Это здорово. Вообще все душевно, замечательно, позитивно. Вот, знаете, так много артистов, и все как-то по душе. Если мы говорим вообще об Андрее Баранове, я знаю весь его путь, я знаю все его, ну, такие основные истории его жизни. И они все связаны, как у нас у военных говорится, это миротворческая деятельность. Он нес всему миру музыку. Музыка у нас вечная, и Андрей вечен. Они выполняли благие дела. Они выступали и в Чернобыле, я знаю эти истории. Он выступал и во дворце короля Хусейна в Ираке. И они ездили по миру. И они несли людям творчество, музыку и радость настоящую. И вот поэтому Андрей для меня это человек мира. Мир в душе, мир вокруг –